10 ноября свой профессиональный праздник отметили сотрудники Серпуховского УВД. По сложившейся традиции, большой концерт ко Дню милиции прошел в зале Гортеатра. Здесь собрались не только действующие сотрудники всех подразделений МВД, но и ветераны, которые всю свою жизнь отдали нелегкой работе по обеспечению порядка и нашей безопасности. Со сцены милиционеров поздравили почетные гости. Среди них глава Серпуховского района Александр Шестун, депутат Московской областной думы, заслуженный работник МВД СССР Валерий Колмаков и другие. От каждого из выступающих милиционеры получали подарки. Так, например, администрация Серпуховского района передала районному отделу внутренних дел компьютерное рабочее место. Дорогие ветераны, товарищи офицеры, уважаемые, дорогие сотрудники милиции, я рад поздравить вас с Днем российской милиции. Мне нравится эта традиция, когда в этот день, 10 ноября, все собираются в Гортеатре, один оратор сменяет другого, все упражняются в красноречии, и чего только не желают нашим сотрудникам милиции. Конечно, в первую очередь, все желают материального благополучия и... Знаете, вот когда я прохожу возле управления собственной безопасности, то вижу, что у них действительно, вижу модельный ряд автомобилей, вижу, что действительно с благополучием материальным у них все в порядке. Но, вы знаете, даже моей богатой фантазии не хватило, когда я приехал во время спецоперации 3-го РБ ДЭП России по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти. Только 7 Porsche и Cayenne'ов я насчитал, не считая такой мелочи, как Lexus'ы и Mercedes'ы. Ну, я думаю, ребятам повезло с богатыми женами. Думаю, что они часто выигрывают в лотерею, крупные выигрыши. И вы знаете, вот когда майор Дымовский, который прославился своим обращением к Путину, пожаловался там на многие недостатки, я думаю, что ему просто не повезло. Я думаю, просто он служил не в том месте. Но это все, конечно, шутка. Я пытаюсь разнообразить вот эти однообразные выступления. Но если говорить всерьез, то, конечно, я вот просто глубоко убежден в том, что тех, кто работает на земле, все сотрудники милиции, большая часть, подавляющая, это абсолютно честные и преданные своему делу люди. Низкий поклон вам за вашу работу. Я хочу пожелать вам, чтобы эпидемия гриппа вас обошла стороной, вас и вашей семьи, чтобы все у вас было в порядке. Ну а для того, чтобы вы не болели, я предлагаю вам побольше заниматься спортом. Мы всегда вас ждем. В дворце спорта «Надежда» более 100 сотрудников бесплатно занимается в бассейне, тренажерном зале, в игровом зале. И мы считаем, что вполне возможно это количество увеличить. Ну и, конечно, мы ждем вас на новогодние праздники, которые традиционно пройдут в дворце спорта «Надежда» поселка Большевик. Дорогие сотрудники милиции, я желаю вам сегодня как следует повеселиться, как следует отдохнуть. И всего вам самого-самого доброго, любви, счастья, здоровья, всего самого наилучшего. С праздником вас, дорогие друзья! Когда мы дали программу, то там было выступление танцевального коллектива «Подсолнышки», мною очень любимого из Липец, коллектива, который у нас много лет подряд, каждый год подряд завоевывает золотые медали и вот в Чехии, и в Тунисе, и в Сицилии, и вот в этом году они выступали в Турции. Поэтому, если вы мне позволите... Образцовый хореографический коллектив «Липецкий подсолнышки». Казачий танец. По традиции, по итогам года, на празднике были объявлены лучшие представители своей профессии. Лучший сотрудник криминальной милиции, лучший участковый, дознаватель, а также сотрудник ППС получили нагрудные знаки. А заместитель начальника УВД по городскому округу Серпухов и Серпуховскому муниципальному району Николай Тимофеев был удостоен знака «За верность долгу».
Как и каждый год, в этот день сотрудники районного отдела внутренних дел продолжили празднование Дня милиции в Доме культуры поселка Большевик, где для них был представлен концерт артистов Серпуховского района.